С очередным случаем безрассудного поведения на дороге разбираются столичные инспекторы. В соцсетях появился ролик, на котором 4-летний ребенок управляет внедорожником. Все происходит на МКАДе. Мальчик сидит на коленях у женщины-водителя и рулит практически без ее помощи. При этом автомобиль едет на приличной скорости, несколько раз опасно перестраивается и едва не провоцирует аварию. Пользователи обрушились на взрослых героев видео с критикой. Девушка же ответила, что не видит в произошедшем ничего такого. Права ли она, теперь должны решить сотрудники полиции.